Когда создалось наше движение «Транспортная инициатива», то угрозы в мой адрес стали поступать с самого начала. Но я не особо обращала на их внимание, потому что это было неизбежным процессом. Но в последнее время то, что происходит вокруг моей персоны, меня немного удивляет. За мной идет наружка. Дело дошло до того, что в жизненном графике моих близких людей тоже обеспокоились некоторые товарищи. И совершенно недавно люди настолько обнаглели, что осмелились даже побеспокоить близкого мне человека, родственника, инвалида, который живет в другом муниципалитете. Так вот, я хочу сказать тем товарищам, которым очень не нравится то, чем мы занимаемся, которым очень не нравится то, что мы хотим навести порядок в сфере общественного транспорта города Краснодара. Дорогие друзья, вы очень сильно опоздали. Поверьте мне, если я уйду из этого движения, то оно не развалится. И та работа, которая начата, тот механизм, который отлажен и работает, он как работал, так и работать будет. Поверьте мне. Мы не успокоимся, пока у нас не будет порядка. Мы не успокоимся, пока не будут решены многие проблемы, в частности, и тот конфликт, который на данный момент идет между пассажирами, перевозчиками и водителями. Мы прекрасно понимаем, что очень многое зависит от водителей. И то, что водители бегут сейчас из этой сферы, это говорит о том кризисе, в котором находится эта область. И я просто вам говорю, вы просто ничего не добьетесь, понимаете? Но вы уже перешли грань, вы посмели нарушить покой человека-инвалида. Такие вещи прощать нельзя. Поэтому в ближайшее время мною будет написано заявление в полицию. Если вы хотите неприятностей, то они у вас будут.